Катя! Yeah.
oligar. Yanmalı yurtusu oligar. Музыкально-танцевальный подарок хочет подарить нам солистка ансамбля «Юлтуз» Кибирова Сабина! Конкурс поэзии, устный конкурс. И конкурсантка под номером один, Батажива Зуфра, встречаем! Аплодисменты, аплодисменты! Мухаббат охшаш тилни билмейди. Унун учун йок истилмас туралгу. Тан калдырум янрыганда кишини, динни чексиз сахарлыкка орайды. Баш кайдырум яхшы кайфият, башлар көтөр тиз самлык демге. Чын мухаббат ажайып мундаш, саз дыйрыбы һәр бир кадамда. İkinci kızı.
Шаир, лахмен кеби, ты витхен, ты не ярар мизелик там сцир, дастханнын гюл келтіріп биректен. Каганатла курган чардын уйгурла, мукамланы юксәлдіріп яшнықты. Калыл сазы кыстан, хошал бейдлерді, яңрап, мукам дуньясыға башлады. Рахмет. Встречаем громче, 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 встречаем! Бу алемни там шайдыган бын ана, шума дельдин хэмме итар медия. Михриванлык, паклык, алихслыты, эвлатларга иң хасиятлык хадия. Бу табиян хэтте кылды кызларга ана булмак, мама булмак хызмытын. Уйгур кызы шу мусафи йол билен көрсәтте бүйү исы ислетин. Рахмет. Yıllarımın hem kuruluşudur belge. Akkan suyda ömür kalmaz aklığa. Buravanlık bekilmez hiç kim meydige. Hayat o dar çıkmaydağdan izidin. Reperige bağlı insan takdiri. Bir de jürse çapsan, bir de asla. Öşmez izdol her biri. Beşinci kızımız Usubakunova Nazgül. Assalamu alaikum, bugün Fikreş'nin aziz mikmanları. Ruhsat ve sanlar, ben bugün Rahmet Ahmet'in şiirini itip vergim kildim. Uygur kızı, şirginin parçası Uygur kızı. Көңімнің күр арчысы, ұйғыр қызы. Байыңызға баш қойдым мен әр қачан. Өзәңдім мо артықсыз менің үчін. Арманым ең қойылса сізге бұжан. Қәдіңіз тәңірі дәрдәк мәғрур болсын. Қәлбімізді әлемше ғұрур болсын. Біздің нәсіп әсіміз ұйғыр деген. Арманым ең қойылса ұйғыр болсын. Алтыншы кызымыз Тахтиева Фируза. Ара, данлык, бүйүп, мәҗизә,
сехерден сакс ишкадап янели, ахалларга достук, сүйгү, изгилүк, асырладын жавап келип яшнаган. Тешна дылга илхам берип, нур берип, келечекке арманларга баштаган. Мәҗизәдү мукам, халкым яраткан, уйгурымның арманыны күйсеген, әҗдәдәргә баш игемиз, миннәтдар, улуг мирас, мәңгегә. Ятынчы кызымыз Низамутдинова Шахназа. Громче-громче встречаем наших конкурсантов! Шахри хотен бурун лардын атаклы, кельсе сея телей билим алыду, хэнджар, пчак, рэндер гилем, чинеге устылыры махарадын салыду. Мың жыл ятар онда энджур дэрги, алтайыз жыл өсер яңақ анар хэм. Чай дәресі, ел ісміші бағасыз, хәр невісі балдың шерін берәрдім. Браво, браво, браво. Ну и вторая часть этого нашего конкурса. Каждый конкурсант вытягивает билет и отвечает на два вопроса. Начнем с нашей первой конкурсантки. Сез уйгур тилини яхшы билесиз. Мен уйгур Мен уйгур тилини азырак билемен. А. Брат, мен үгүтмен. От яшла тогрысыда сөздөрдүн. От яшла, от яшланын һәр төрлөрү бар. Жүсәй, жандос, Сентезе, кава, ашчабуго, джандо, кызыл мүлик, яңйо, ве кава. Рахмет. Конкурсантка под номером 2. Выходим сюда, вперед. Выходите, выходите. На середину, на середину. Первый вопрос. Уйгурланың өрп адетлері. Уйгурланың өрп адетлері яманчыл. Мәселен, уйгурланың аялары чай ойнайды. Әдіра болса, мәшреп ойнайды. Тойның ке өзінің өрп адетлері ба. Ула, мәселен, бәзмә, матап шур, ника, той, ба башқыла. Шкинчи сула уйгурлану тогрызда сөздер берем. Уйгурла кадими заманладын келген эл. Уйгурланын мукамлары бар. Уйгурла 21-чи эсирде азыр жыг яшаган шаһарлар Кашка, Атуш, Турфан. Казахстан думуй ба уйгурла. Бұл шәһәрлі, Яркент, Алмута, Чилик, бәр башқыла. Рахмет. Рахмет. Уважаемые гости, можно, пожалуйста, потише? Послушайте, всем, наверное, интересно узнать про свою культуру, историю. Кто знает, тому вспомнить. Конкурсантка под номером 3, Абдулхамитова Арзу. Менің білішімше 40-қа екін, амма мен сілеге білген түрлеріні дәрттірей. Сырдынан, питырнан, ісінан, қазанынан, чоңынан, зағырынан, жүгіншінан, кәмешінан, және башқыла. Шкінші сол. Уйғыр халқыны атабылық шайырлары. Біздің уйғыр атабылық шайырлары, менің білішімше 11-ші әсірде Юсуп Хасаджи Баласагуни, Кутузгу Билит,
19-й эсерде Лутфулама Черетмула. 19-й эсерде Билал Назым. Китаби Газат Бермонт Кичин. 20-й эсерде Лутфулама Талиб. Де Абдухалил Уйгур. Рахмет. Конкурсантка под номером 4, Нияза Воронов. Выходим, выходим поближе, поближе выходим. Выходим, 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 не бойся. Вот, молодец. Уйгур тілінде өзіміздің айлысы тоғырсыда сөйлеп берем. Біздің айлығында яктерді яшайды. Біз уйгур тіліні яхшы біліміз. Шүкегіше біз өрпі әдіпларыны, қойманы, нәне башқыланы кіріпті. Шүкінші суа ата, ана, бала әліде күзләп берем. Әліде ата, бала, нәбір, шәбір, ябір, пия нәбір, яна күпір шәбір. Құшыңыз бұл. Рахмет. Спасибо. Девочки очень волнуются. Давайте поддержим их своими аплодисментами. Девчонки, расслабьтесь, соберитесь с мыслями и поехали. Ассаламу алейкум. Бірінші сұлам. Қызстандығы қызмет көрсеткен айтыс ұйғыр жігіті Султан Каримов. Фитсал. Ұйғыр итпақ жәмейтінің рейсі Арты Қажым Қажым Қажым. Аялланың ұйышмысы Аманханова Мәлеке Абдрахмановны. Конкурсантка под номером 6, Тахтиева Фируза. Ассаламу алейкум. Ұйғыр тәбриклер. Анала, Хәділі, Сумнула, тәбриклеймі, кеватқан 8-3 март біле. Үзір ұзақ өмір сілеге, бәртілік болуңлар. Біздің Қырғызстанда әрдейім күн ішіліп тұсын. Қырғызстандығы ұйғыр депутатлары. Қырғызстандығы ұйғыр депутатларымыз Бархат Төрегенов, Тұрсынтай Сәлиев. Я башқыла. Конкурсантка под номером 7, Низамуддинова Шахназа. Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем! Уйгурларның хизмет көрсеткен артистлері Казахстан, Узбекистан. Казахстанда уйгурларның хизмет көрсеткен артистлері Дильнас Ахмадиева, Дильшат Ахмадиев, уланның дадысы Мурат Ахмадиев. Узбекистанда Абдурашид Юлдашев, Эджахтер. Уйгурланың таамлары. Уйгурланың таамлары атақлық. Лагмен, мәппер, манты, гешнан, хошан. Ве башқала. Рахмет, чому рахмет. Ну а сейчас, многоуважаемые жюри, просим вынести ваши оценки. Конкурсантка под номером 1, Батаджиева Зухра. Три, пять, четыре, пять, четыре. Конкурсантка под номером 2, Маниязова Гульбахар. Пять, все судьи 5 баллов. Конкурсантка под номером 3, Абдулхамитова Арзу. Единогласно 5 баллов. Конкурсантка под номером 4, Нияза Ворано. 4, 5, 5, 5, 4. Конкурсантка под номером 5, Узубахунова Назгуль. Судьи единогласно 5 баллов. Конкурсантка под номером 6, Тахтиева Фируза. 4, не вижу, сколько. 5, 5, 5, 5.
И конкурсантка под номером 7 Низамутдинова Шахназа. 4-5-4-5-4. Спасибо всем большое. Конкурсантки уходят готовиться к последному заключительному конкурсу. И перед вами выступает солистка ансамбля «Юлтус» Максутова Гульназ. Встречаем! Сделать небольшую вставочку. Перед вами сейчас выступали ансамбль «Юлтус». Как вы знаете, год тому назад 18 наших детей поехали учиться в Урумчи в Институт искусств. И вот год они отучились, приехали сюда уже профессионалами. Они усиленно учились. И по приезду при обществе Игоря Фетипат был создан ансамбль «Юлтус» под руководством генерального жбитбеши МРК. И 18 числа во Дворце спорта ансамбль «Юлтус» дает отчетный концерт. Мы приглашаем вас всех во Дворец спорта. Это будет ваша поддержка этого ансамбля. Она только делает первые шаги. И мы все должны поддержать. Приходите. Спасибо. Рахмет. Ну, а следующий заключительный конкурс. Конкурс от жюри. И правила нам объяснит наша многоуважаемая Гульчихраде. Аплодисменты! Ассаламу алейкум, хурматлик.
тамаша балла деген мана оша бизнеке пери кызлар кечелегимизге келип отагынларга чоң рахматларыбызды билдиребиз. Эң биринчи ата-аналарга чоң рахматларыбызды айтып, бүгүнкү күндө ошо жюрилар намынан кызларыбызга тең бааланы бөлүп, шундайлар шу кызыл кызларыбыз алдын үстүн орунлайлыш үчүн жюрилардын намынан бир оюн силерге оюн десек болду, өрпө адет десек болду. Шуны көрсөтмөкчүбүз, урматтуу тамашачылар. Азыр хабыңлар ошо сакларыбызга гойчу болуп, шу кызларыбызга өз чабаклырыңыз менен жюриланыңки бахалар менен шу кызларыбызды алдын эгиз орунларга элеп чыкалы демекчимин. Келечекте ошо силердин алдыңарда ажайып өзүнүн чырайлык тарыхлар менен силердин алдыңарда шунчалык чырайлык эсил накша усул шеирлер менен көңүлүңөрүңөрдү көтөрүп, мына шу кызларыбыз келечекте ана болмакта. Бир үйге берип, бир үйүнүн үйдө ана болушу үчүн бир перзент аяк келиш керек. Шу перзентибизди биз ата болорубуздан, ата анабыздан, хатта аналарыбыздан калган мыраслык калган өрпө адатыбызды силердин алдыңарга сунмакчыбыз. Шундайлар мен ар бир конкурсантка өзү ошо сахнага чыгып бала заклаш бөлөшүбүз. Заклаш биз биздин аталарыбыз кандай заклап чоң кылып мына шу көрсөтмөнү силердин алдыңарга сунайлы дейбиз. Жюринин намынан мына ошо акыркы номерибиз силерге бааланган. Мана элибиз менен биздинки элибиздинки кийим кечектери тайяр болду. Мана бир качан өзүңүз билип, мана ошо ар бир кызларыбызды эшикке чакырып, ошо кызлардын көрнөгүлүк бала заклашын көрүп өтүп кетсек. Мархамат, кайра кол жайгаңызга болсун. Бала заклаш интайын асан эгер. Ошончо биз көрүп акайлы кызларыбыз кандай баланы келечекте аякка келип шуларды чырайлык чырайлык уйгур кыз жигиттеринен. Биринчи кызыбыз Боташиева Зухра. Азыр биз көрөбүз Зухрачан кызыбыз кандай ата-аналардан үлгү алган экен. Мана шу кызыбыз кандай перзентибизди катты чырайлык заклап биздин алдыбызга көрсөтүп келип турду. Мархамат, Разгиваим, конечно, орусча гапны кылсак биздикиле аны түшүнбөй калды. Ошон үчүн Разгиваим, потом закрываем, пеленаем. Вот. Так мы. Четко и ясно. Я вот там на крыльях, как сам не резать.
секунд отсчитываем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Мне считать побыстрее. 3, 2, 1. Стоп, 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 стоп. Ой, что-то мне его жалко стало. Подними, пожалуйста, покажи. Поднимите его, да, подними, покажи. Теперь спать уложи. Алей, алей. Ай, молодец. Вот, сфотографируйте, пожалуйста, компромат. Аплодисменты Бададжиева Зухран! Поставьте, пожалуйста, музыку, пока я его бичаряшку буду раздевать здесь. И ждет конкурсантку под номером 2 Малиязову Гульбахар. Аплодисменты громче, громче, громче. И начинаем. 1, 2, 3. Поехали. Теперь давайте, можно за качество пеленания Гульчхалида, можете посмотреть, как что там, поближе? Мүмкіншілік болса, ұлдам-ұлдам шыламы қылып, бомсып алымыз, бұзылып қалуды, балымыз ағырып қалуды дегендік. Бұшы, кейінгі конкурсантылы өз вақытларға үлгіріп қарса демекші мен. Қызымыздың кей, әмді орындыны плюс-минус. И поехали!
Для меня. Так, следующая конкурсантка под номером 4. И я за Ворону. Сколько минут надо? Две минуты. За две минуты ты успеешь одеть. Поехали. Укутать. Нет, вы к нему относитесь бережнее, как будто это настоящий ребенок. Не надо его одной рукой как-то хватать. Что, Франки, не надо было меня? Бэмби. Это чили было у нас. Покажи вот народу. Посмотрите. Да, не сказать, уйгурка, ребенок с Африки. Конкурсантка под номером 5. У Субахунова Назгуль. Как она его нежно держит, молодец. Микрофон, давай, ей. Омара, группа заманда, Алла, Лапланды севелеп, Азуланы ептеп.
Аманханова. Неужели я так тоже выглядел? Я бурку замотал, да, ладно, Бурку замотал, так что ползунки все вот эти самые костюмчики уберите. Вот так. Топ-топ, да, у него закаленный лоб, отдыхайте. Десять секунд. Два. Вот так вот в дороге рожали и таскали, скорее заматывали. На меня. Стоп. Покажи, пожалуйста. Аплодисменты, аплодисменты! Браво, браво, браво! Конкурсантка под номером 6, Тахтиева Фируза! Аплодисменты встречаем, встречаем! Фируза, у вас 2 минуты.
разница, как внутри упаковали, главное, что здесь грамотно, да, вышло? Молодцы. Аплодисменты. Ну а сейчас я хочу позвать всех конкурсанток на сцену. Да, и все будут укутывать в аркады. Да. Выходим, 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 не стесняемся. Поаплодируйте нашим конкурсанткам. Ну а сейчас, уважаемые жюри, подведем итоги. По дополнительному только конкурсу от вас можно будет. Дополнительный конкурс. Конкурсантка по номер один, Батаджиева Зухра. И да, видите, вас уважаемые гости, за этот дополнительный конкурс мы единогласно решили, так как наши девочки будущие мамы, у них все впереди, это было просто на будущее такое испытание, чтобы они знали, рано или поздно они будут мамами, естественно, будут расти детей, и первые дни появления ребенка, как надо за ребенком ухаживать, как надо ее пеленать, как одевать. Поэтому мы решили, так как они еще только в будущем это будет, все единогласно ставим 3. Это посредственный балл, правильно? А когда они родят, как они вырастят, каких детей вырастят, тогда мы поставим 5 или 4. Спасибо, спасибо большое, Ахмед. Ну, вот так. Твердая троечка. Ну и сейчас жюри будут совещаться над общими итогами. Девушки, пожалуйста, проходите, отдыхайтесь, готовьте церемонии награждения. Проходим. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне поздравить вас с наступающим весенним праздником. Оставайтесь такими же очаровательными, обаятельными, жизнерадостными. И от имени группы «Душ» примите музыкальный презент. Уважаемые гости, поддержим друг друга. Я о тебе пою не напрасно, я забываю все. Yeah.
Сущим же, друзья, примите еще один музыкальный презент с хорошими пожеланиями. Прекрасный вечер.